Доброе утро, почтенная публика. Сегодня я хотел бы с вами побеседовать о правде. О ней слишком часто сегодня вспоминают, но не в том, как бы сказать, смысле трактуют это слово. Часто вспоминают о том, что сила в правде. На самом деле силы в правде нет. Сила, она в силе, а правда, она в правде. И нет никакой силы в правде, иначе бы Иисуса не распяли на кресте. Не ожидали? Но это именно так и есть. Нет силы в правде. Это просто благое, скажем так, украшение, да? Часто силу оправдывают и все ее поступки. Как сказал Пелевин в одной из своих книг, правда приползает туда, где сила. А когда сила уходит, то и правда уходит вместе с ней. Я опять же повторюсь, да, иначе бы Иисуса не смогли распять. А то богословы и нынешнего, и прошлого времени часто употребляют такую замечательную комбинацию, да, что Иисус, дескать, сам распялся, потому что он очень этого хотел. Тогда непонятно, да, вот это моление о чаше. Если можешь, избави меня от нее. Но да будет благая воля твоя, да? А его ли воля была в этом? В том, чтобы его распяли, Иисуса-то? Я имею в виду, была ли в этом воля Отца? Вы хоть задумывались немножко над этим? Или просто повторяете усвоенные фразы, да? Пытаясь под них реальность подогнать. И что значит вот это слово на кресте? Отец мой, зачем ты меня оставил? Проще говоря, что ж ты меня кинул-то? Очень удобно благочестиво все трактовать, но только не забывайте, что этим самым вы оправдываете убийство. Дескать, он сам того хотел. Дескать, это так нужно было. И, значит, вы выдаете лицензию на подобное убийство в дальнейшем. Я вот все жду, когда же импорта заместят Евангелие? Когда же? Когда же скажут, что эта книга, она не соответствует истине? Но на самом деле уже давно произошло импортозамещение. У нас свое собственное Евангелие. Мы научились его трактовать так, что сам сатана не подкопается. Мы верим в сильного Бога. Мы верим в то, что если кто-то нас любит, его необходимо отправить на крест и распять. В общем-то, все как и раньше. Распни его, ибо он возлюбил нас. Самое страшное преступление – это возлюбить человека. Он этого никогда не простит. Никогда не забудет. Он будет выдумывать в своей голове и в своем сердце новые и новые комбинации, чтобы как-то найти подвох. И найдет его обязательно. И обязательно это станет обвинительной частью приговора. И он искренне, с чистым сердцем скажет: он виноват, надо его убить. Убить и распять. Ведь на самом-то деле Евангелие, оно повествует
не о какой-то там жертве, это уже потом натянули, да, натянули эту благочестивую какую-то блузку, да, на голую правду. А на самом деле оно повествует об убийстве. Это документ об убийстве любящего человека. И как Иисус сказал, ученик не выше учителя. И лишь сын знает волю отца. Так оно и есть, да. Все, кто пошли за ним, они суть такие же и так же закончили. А вот эта попытка, да, угодить Богу постфактум, да, давай мы тебе, как бы сказать, отправим труп сына, а потом мы сдобрим это ценными подарками. Золотом покроем купола, колокола отольем, всех маршировать заставим под то учение, которое мы сами и выведем из жизни того, кого убили. А ему это не угодно. Ему совершенно это не угодно. Я вот помню свою последнюю службу в селе Драчево. Тогда каждый служащий священника, а был я, был благочинный Дмитрий Оловянников и был нынешний настоятель Лютиков Андрей. И вот мне каждый сказал свою проповедь. И я прекрасно помню, кто что сказал. Я, прощаясь с приходом, сказал: постарайтесь сберечь то, что я для вас собирал всю жизнь, да? Все-таки 16 лет на приходе – это целая жизнь. Постарайтесь это не забыть, не продать по дешевке. А я помню хорошо, что сказал благочинный, да? Надо как можно больше жертвовать на храмы, чтобы они сияли чистотой, и чтобы Бог, как бы сказать, не был поругаем, да, вот приблизительно лейтмотив его речи, да, чтобы все это вот умножалось, все это цвело, и всякий приходящий был поражен, как бы, вот этой мощью, да. Главное это слово здесь «должен», да? Вы должны, вы обязаны, вы уже должны, потому что возлюбили. То, о чем я говорил в самом начале, да? Возлюбивший уже должен, возлюбивший уже жертва. Да, манипуляции, конечно, потрясающие, да, по своей масштабности. Потрясающе. Ну, а о том, что сказал Андрей Лютиков, я не буду говорить, просто потому что, собственно говоря, ничего нового я в этом не услышал. Все то же самое, да, должны, должны, должны. А церковь раз существует для того, чтобы в нее несли. Церковь-то, она что дает взамен-то того, что люди несут в нее? А знаете, я скажу честно, ничего не дает. Ничего не дает. Нынче ничего не дает, да. Она дает лишь уверенность в том, что ты принадлежишь к правильному толкованию Писания. А это толкование, оно весьма и весьма, я бы сказал, бесплодно, да, сам по сути. Ведь что написано в Евангелии? Прямым текстом. Нуждающегося обеспечь тем, зачем он к тебе обратился. Я вот прекрасно помню такой момент, да, когда к
священнику при мне, да, подошла женщина с какой-то мольбой, да, о том, что там денег нет, болеет и т.д. и т.п., да, и видно, что она не врет. А он говорит, ну вот там за 3-9 себе есть чудотворная иконочка, давай приезжай к ней, там все будет нормально. Ну разве это то, о чем написано в Евангелии? В Евангелии ничего не написано ни о мощах, ни о чудотворных иконах, ни о чем таком. В нем написано конкретное действие. Голодного накорми, страждущего защити, униженного ободри, сделай что-нибудь для тех, кто тебе встретился на пути. А нынешнее священство, я смотрю, оно же просто не понимает, о чем написано, да. Оно всячески избегает, да, обтекаемые ответы, которые направлены на то, чтобы ничего не сделать для человека по существу. Ну, может быть, подарить ему календарик, а что он с ним будет делать? Это еще больше его измучит, потому что он не будет знать, что делать с этим календариком, да, благочестивым. Вот мы, собственно говоря, и оказались в тупике. Я хочу спросить, да, а как там Драчёва-то, да? Свет сияет по-прежнему, на который слетаются сотни людей. Или решили крышу немножко сделать, да, из меди? Ну да, самое нужное в храме дело. Самое нужное. А как там сотни людей, которые собирались на крещение? Как сотни людей, которые посещали Масленицу, которых я собирал как бусины, драгоценные жемчужины, да? А где они? Забыли, наверное, дорогу, да? А почему? А почему местные не ходят? Я-то их навещаю, я-то все знаю. А вот именно, да. Блеск золота затуманил сознание. Вот-вот, господа. Правда, это то, что нельзя положить из кармана в карман. Она вещь другого уровня восприятия. Ее нельзя передать по наследству, ее нельзя спрятать, да. Она либо есть, либо нет. Потому блаженны тех, в ком правда-то есть, да, кто стал человеком. Вот как Иисус на кресте, он стал окончательно человеком и умер как человек. Это очень глубокое, я бы сказал, понимание, да. Отец, Отец, что ж ты оставил меня? И умер, преклонив голову. Стал до конца человеком. А многие так и не станут людьми, прожив свою жизнь. Они будут такими ангелами, да, ангелоподобными, благочестивыми, которые знают, где наклонить головку, где сложить ручки, где улыбнуться, где сделать яростное лицо, да, как в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Ну-ка, покажи мне яростное лицо, да? И такой а ведь на самом-то деле, да, не все добро, что хорошо, и не все зло, что плохо. Надо это очень конкретно понимать, да. Не жонглировать понятиями, да. Добро – это когда нам хорошо, а зло – это когда нам плохо. Ведь дело-то в том, что ангелы воспринимают силу как правду. И в этом, именно в этом, их первостепенная позиция. Они идут за силой, да, помните? И приступили к нему ангелы Божии, я имею в виду к Иисусу, да, и стали ему служить. Когда это случилось? Когда он на виду у них поверг сатану, да?
князь мира приступил к нему, а он отверг его. И они расценили это как силу и стали ему служить. А когда он поверг его, где они были? Никого из них рядом не оказалось, судя по всему. Вот вам и правда, вот вам и сила. Ангелы Божии, они ориентируются на силу. Почему? Потому что они помнят одно и твердят про себя одно. Отец всех сильней. Бог самый сильный. А это неправда. Дьявол нынче гораздо сильнее в этом мире. Ты хоть правду тверди каждый день, но ты не перекричишь силу, которую набрало зло в этом мире. А ангелы, они очень склонны к послушанию, да? Для них это вот самое главное. Я встречал такие примеры. Я знаю прекрасно, что некоторые люди, они с радостью выполнят любой приказ. Им скажут убить, они убьют. И они даже ни на секунду не задумываются, что они что-то не так делают. Они скажут, это же приказ, это же свято. Тут же присяга, тут же старший сказал. Старший сказал, да? Начальник. А его ослушаться — это грех, это страшно, это неправильно. Они так рассуждают себе. Потому им никогда не стать людьми. Ой, да. Я и в жизни видел такие примеры, да. Люди, которые с радостью отправят человека на тот свет, выполнив приказ начальника. Другие побрезгуют. Найдут предлог или скажут, иди сам, выполняй свою работу, которую придумал. А некоторые с радостью, да. Я и сам-то проходил через это. И сам-то об этом хорошо все знаю. Потому и говорю, да, ангелы, у вас нету времени. Будьте людьми, пока не поздно. Научитесь любить людей и делать свой выбор осознанный, в их пользу. А то потом только суд, да? И суд будет над вами, не над людьми, над вами. Над теми, кто так и не смог преодолеть себе рабский страх. Ну, а потом из милосердия, возможно, вам сотрут память. Будете там на небесах работать официантами, почему бы нет. Небо-то оно справедливое, оно же не жестокое, да. Оно же не злобное. Найдут и вам какую-то работенку. Вот только... Если память-то у вас останется, боюсь, не сможете вы смотреть в глаза тем, кто прожил жизнь и стал человеком. Потому что это страшная мука. Страшная мука осознавать, что рядом тот, кого ты пытался заставить сделать преступление. Или отправил на смерть, или втайне радовался его падению, потому что ты-то благочестив и красив. Главное, что ты мордочку свою вот так вот всунул, да, как вот дети перед воспитателем в детском саде. Вот. И постарался показаться хорошим. Дескать, я ни в чем не виноват. Вот такой я замечательный герой. Вот такая ничтожность, она и делает жизнь бессмысленной. И потому мы все, кто столкнулся с этим, говорим, отец, отец, ну почему ты бросил нас, да? Что ж мы такого сделали тебе, что
у них сила. А у нас, кроме правды, ничего нет. Да и в этой правде силы никакой нет. И мы смотрим, как над жизнью издеваются. А сделать с этим ничего не можем. Блаженны вы, умирающие в правде, говорит Писание. Потому что и оно не имеет в себе никакой силы ничего исправить в тех, для кого сила и стала правдой. Аминь.